13-й, 11-й, 10-й прием. 11-й прием. Куда вы? Там думайте, блядь. Я не могу бросить раненых, нахуй. Техника уже почти вся сожжена, блядь. Думайте, как вывозить и как нас выручать, прием. Я понял тебя, я понял. Все силы принимаем, чтобы выручить. Все силы принимаем. Смотри. Солдаты. Нет. Друзья, здесь мы выполняли свой долг как бойцы федеральных сил Российской Федерации. Но настал момент, когда мы должны выполнить наш долг перед родителями, детьми и женами. Вернуться живыми. Выполнить долг перед теми людьми, что готовы сложить свои головы за наши жизни. Помните об этом и каждый раз вспоминайте, что только жизнь имеет роль и смысл в нашем мире. Сегодня, до заката, мы должны уйти живыми или остаться здесь навсегда. Изба. Я точно знаю, сегодня в одну будет жарко. Потому что рота десантников идет туда. Один просраться в сатане, блядь. И продадим свою жизнь подороже. Где эти чухмаха? Откуда пойдут? Уралочка всегда отжигает. А, не. Мы в окружении, что ли? Сосюда, да? Понятно, блядь. Гранатка у меня есть? Я им живым хуй сдамся, блядь. Есть. Одна, кстати, блядь. Пизда им, нах. Нет, она полностью как раз таки рабочая. А карта выдумана?
это? Какая у нас задача вообще? Не знаю. Кто нас прорываемся или здесь? Азимут северо-запад. Северо-запад. Что там? В доме обороняемся. Я там ждем, думаю, ждем, пока нам ленту не сделают. По ней будем выходить уже, блядь. Нас будут вытаскивать отсюда. Во, булец, например, Кибин. Кибин, он стоит. А, ну вот, да. Выжив, он еще на тебе ребуде. Да. Да. Так что, дом уже занимаем или что? Наверное, позиция. Да. Смотрите. Да, вы на смычку здорово прорываться не будете? Я не знаю, какая она задача-то. Наша задача прорваться на запад. В квадрат оранжевый, если карта есть. Причем сразу же, с фреза. И там занять оборону. Не здесь понято. А там. Все, понято тогда. Ну ладно, у нас где командир-то? Мы не знаем, блядь. Пипас, как у нас. Ладно, будем двигаться за вами, парни. У нас за вами самих командир у нас. Я просто задача. А! Меня. Они же в этом натуре. Метку штабе, поставил. Все, понял. Ага. Окей. Okay. Если до смычки забить, что-то не раз и нихуя нет. Тут недалеко. Тут недалеко, но туда доходим, заседаем в оборону. У меня рация есть. Я не смогу сюда сесть. Как увидим бегущих навстречу нам своих, побежим им навстречу. У нас еще варианты все. У кого есть, давайте перейдем на следующий. Чужая. Ой, я бы тебя блять снова позвони. Я на технике просто сидел, есть. Орнита! Мы уходим, мы будем прорываться, ты остаешься один, братиш. Ё-моё, а. Прощай, не погибай. Я знаю, что ты погибнешь, да. Арн, скоро мы с тобой соединимся. Прибереги для сковородочку в воду для меня там какую-нибудь. Тефлоновую, блядь. Специально. Давай, дружище. Будем, да. Умираю, но не сдаюсь. Как можно больше за собой забери этих тварей. Прощай, друг. Давай, братья. Не поминай лихом. Здесь да, все работает. Ну, а то все равно не бросишь. Ну, в смысле, а что ты с ней сделаешь? Вот наша вода туда туда куда-то, да. Вот есть, надо это задание, надо оборону взять. Дом Павлова. Да. Да. Я протак пойду. Мужики, здесь, да, оборону занимаем? Блять, не можно упасть, нет. Вон так. На втором этаже там дерево положено.
беру. Карн сражается там уже, блядь. Сейчас, сейчас, перебежу. Все, я пошел. Че, мы здесь будем? Где нам сидеть-то? Здесь или где? Давай. Есть кто? Да, да. Есть. Ну, Пай, ты с GPS-ом? Что, продвигаемся дальше? Хуй его знает. Мы вообще находимся, блядь. Там уже технику
хочет, они поймут через зал. Санта, ты где? Санта! Санта, ты ж, блядь, где она? В каком доме сидишь? Ранено эвакуировать. Да, там порядка 60 человек
привезла нас молодчина! Красавчик! Пережили ужасы войны, вывезли нас. Духи, блядь, подступали, пиздец, рядом уже, да. Вон дворец Арн. Арн остался где-то там, блядь. Пал смертью храбрых, блядь. Прикрывай наш отход. Настоящий десантник. Но это еще не все, нам еще до аэропорта надо дойти, блядь. Почему Бэха, которая не ездит, нас бы не увезла? Духи могут там засады делать, блядь. Что там у нас там, блядь? Санта остался прикрывать, вторую группу вывозить. Ну, выход, только одна группа влезла. А во вторую уже будто за вторую, походу. Таким же маршрутом все будет. Как стоит Бэха, блядь, на прикрышке, блядь. Че Бэхи, это, наверное, вторая группа, блядь. Или смог не стали проезжать, наверное. Там баррикады, блядь. Кулачок долбит, блядь. Тихо, блядь. Там все в дыму, блядь, там бой идет. Теми ребятами, которые пришли нас, ленточку нам делали, пришли нас указывать. Тут это сгорело. Грозный в огне. Ля-ля-ля-ля-ля. Он фигурка же. Рвет тоже, наверное, со второй группой, блядь. Решила слева от моста, блядь. Там сгорать речку. А, вон вторая группа, блядь. Я на Росанта их везет, блядь. Ушли из котла, вырвались, блядь. Да! Надо оставить, надо найти моего напарника, Гизмо, блядь, где он? Олдман, а где Гизмо? Нет. Понял. Ему не удалось из котла вырваться, наверное, блядь. Там остался. Да. Понятно. Все, ребята там еще достреливают, воюют тоже сейчас. Будет.
Из пуль привет танкистам! Блять, что за кнопку я нажал, что у меня не бегает? Прицел, да, shift, ну, на прицеле стоит. Поставь оружие заново, убери ее. То есть оружие ты поднял. Будет бегать. Я нет, пройдись вперед с оружием. Сейчас бегает? Да, спасибо. Все, Палачок снимается со своей позишн. Тоже уходит. Прикрыл отступление всей группы, походу. Походу всех вывезли, ну в смысле, кого смогли. Остальные остались навечно там. Арн, Гизма. Арн, а че он там, блядь? Остался. Гизма где-то здесь за мостом. Там. Родина их не забудет. Обязательно поменем бойцов. Красная армия. А. Подкинет мне. А, не могу. Сорян. Ладно. Пожалуйста. Че? Сколько вас выжило? Ой, да хуя! Отделение 2 примерно. Ну мне нужно количество, количество. Слушай, не знаю, ну много. Осталось еще там. На хотя бы выйдете. Нету рации, ничего нету вообще, блядь. Вообще нихуя нет. Человек 10 есть? Больше, да, больше дальше. Понял. Куда бежать, блядь? Парни, ёпты, я заблудился, блядь. Аэродром? Вроде аэродром. Где все наши, что, блядь? Слушай, вот же аэродром, по-моему, нет? Вроде нет. Пункт. Дружище, мы правильно идем на аэродром? Риверс, брат. Да-да-да, брат. Туда идти надо, да? Правильно? А, вон бегут. Выход все-таки оставили одну в море. Ну ладно, она, наверное, выкарабкалась потом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну да, 10 даже больше, блядь. Человек 12, наверное, эвакуировали. Да вон еще, блядь. Еще, который вперед упиздили, вон еще один. Да, больше 10 точно. Добивает наших пацанов, блядь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, куда сюда ушло. Да, два отделения, блядь. Может быть, Гизма выжил. Арн остался вот здесь слева от этой, блядь, от дворца лежать. Похороненный в банке в этой, блядь. Бандышки. Хотя она стреляет. Возможно, он еще живой. Стучий сын, блядь. Возможно, это он там, блядь, жару дает. Да. Выстрелы БМДшки там вдалеке. Приехал бы, забрал у нас, блядь.
Сейчас на самолеты домой. Домой нахуй. Я живой! Было тяжело, но мы выжили, блядь. Бля, пиздец, нервы сдают Гизму. Гизму мы потеряли, нахуй. Олдман, блядь. А все-таки у нас есть потери, блядь. Ну, один без вести пропал, блядь, походу. Сейчас найдем. Не найдем, там остался. Блядь, через 20 жди меня, напишу. Его в плен сейчас возьмут, блядь. Обрежут, он будет своим, блядь. Куда-то... А, бля, а прикинь, они сейчас вот те, которые остались на технике, и все. Если троих берут в плен, то все, пизда? Наверное, да. Рано радует. Один из них Арн, он никогда не в живых не сдается. То есть гранатка тебя взорвет. Настоящий герой, даже раненого упер, блядь, с собой. Это что, миды? Свистят. А-а-а! Там васильки стоят, они с васильков ебашили, блядь. Да нормально, на. Хорошо. Да, прищено. Я просто хапнул, на всякий нормально. Случай, мало ли. Дым, потому что прищено. В реалиях нас бы тут бы это, пидорасили. Ну, понятное там. Дело. Ну да, такие условности бы убрать, чтобы еще там можно там было там выживать еще здесь. А где? Да. Кто нас привез? Санта? Он мертвый? Нет? Где он? Борода старая. Это РПГ отстреливают. Ну что? Кену с дымами. Успешно вылечили без единого выстрела? Да. Не знаю, у меня нет БК. Куда ты стрелял? У меня, кстати, есть тоже это. Улик. Алло. Хочешь устроить это? Салют. У меня для тебя есть цихлопушка. Оп. А чё, Васильки, все уже? БК закончилось? Улик, нет, давай. Есть еще, цели нету. Кем? Понято. Еще если что, один из коробок. Фейерверк! Там таких фейерверком валяется. О, смотри, кассетами, да? Блять, это же кто-то сделал, да, Васильки? Чувак какой-то. А? Блять, красавчик. Чувак какой-то. Чувак какой-то. Ну, блять. А, линза, да? Кто сделал? Не, не линза. Я тут. По-моему, геном их делал. Да, геном их делал.
Красавелла, блядь. Снаряд для акации управляет. Оно очень круто сделан, конечно. Он заебись, и внешне выглядит офигительно, и то, что кассета к нему есть. Качо, сколько огненно. У нас тут? Есть какая-то централизованная подсчет выведенных там? Так это самое, нет, а мы тут только одни. Чальца. Собери там народ. А где первые? Это все в казарме. Булик. Все в казарме. А. Вон, да, в казарме размещают тот самый личный состав. А, ну все, это. Всё, побежали? Кто пешком, тот лом. Нормально, а если нас обстреливать сейчас начнут будут? Нет, а ты иди уже. Я как военный репортер остался, посмотри, как все-таки стреляют. Да? Да? Ну вон, пацаны бегут. Че, в изюминке было, чтобы самолет прилетел и нас отсюда увез, это было вообще. Врезаться и сгореть, всем будет. Не знаю, выстрелял или танк, но заебись. Бежали по дороге слева, там начали выстрелы, блядь, по нам, блядь. Туда мины, ёпс, ёпс, или танк сказал, хуй. Охуенно прикрыли. Ну, хорошо. Я аж сикнул маленько, блядь, заебись, блядь. Ты сикнул, а враг в этот момент обосрался. Он охуел, да, там. Я уже думал, все, нам пизда, блядь, слева там обстрел, там бам, мина, бам, вторая нах, все. Либо танк, либо вы, хуй знает. Охуенно. Во-во, птички летят. Салют пускает? Ты хотел, турист? Вон там это, чайка летит. Меня тоже есть. Конечно, не синхронизировал. Чайки, как факт, летают. Окей. Кен, там нам уже не надо ничего никуда работать. Там не говорят. Да парни уже на аэродроме. Наши здесь и самое главное. Курист. А. Ну пойдем за мной. Курист. Сначала свист полета слышит, потом выстрел. Ага, еще пачку привезли, блядь. Буду сбегать. Ребята, салют пускают, блядь. Дроп, давай ближе. Еще три. Раз, два. Не слышу нам. Сейчас там с РБ-хой танк есть. Старая борода, ты где там? Блять, забор сломали нахуй, парень. Подожди. Отделение. Блять, у меня нервы сдают. Коль ты там? Все, у меня пост чеченский синдром начался. Такой пережил, блять. Красиво сразу. Ты же на первом бэке уехал, ребята. О!
нихуя не слышу. Двойка по стрельбе не попал в забор. Мы приехали, сели. В другую сторону. Это самое, а вы-то что остались? Вторую группу возьмите, да? В смысле, мы... Нахуй они вот это делают, не понимаю, вы чё там? Короткий враг путь. Там за красную не может заходить, но стрелять за красную может. Салют. Аэродром обстреливается. Вот из безопасности. Конечно, эта условность не нужна здесь. Надо, чтобы до конца прятаться, блядь. Да не, миссия-то такая, блядь, для СГ ни о чем, блядь. Мейс, да. Да, это не СГ. Уровень, конечно, слабовато, блядь. Заехали, вот 17 минут игры. Даже 12. 7 минут ехали, 3 минуты я подбежал, вас встретил, довел до Бэхи, посадил вас в Бэху, вы приехали сюда. Я приехал в Бэху, приехал сюда. Все. Нахуй. Еще фриз 20. Еще 20 минут фриза. Ну как, что это за игра? Где война, где убийство, кровь, слезы, блядь? Не, ну... Тут хуёво сыграли чеченцы, блядь. Или кто там? Они, наверное, проебанили, блядь. Вливание крови. Вот раненый парень идет, видишь? Не, а там у нас остались подбитые техники эти, да? Води. За ними машина должна была... А если их сейчас троих в плен возьмут, то мы проиграли, да? Нет, мы проиграем в любом случае, если кто-то будет за пределами красной линии. Всё, хоть понял. Один, хоть без сознанки он будет лежать, время пройдет, мы проиграем. Задача была эвакуировать троих вас, кого-то, три человека, по возможности, если там нереал всех, то хотя бы троих. Привезти это... сюда и эвакуироваться всем. Слышу. Эвакуировали почти всех, наверное. Оттуда. Троих оставляем, Калича, поехали туда нахуй, вручать всех. Будем здесь. Так а как ты туда поедешь? Наоборот, оттуда надо всем съебаться. Что все делать? Войска должны выйти за красную линию. Ни может... одного русского не должно остаться за пределами красной линии. Есть. Все надо думают, что там война будет. Добивать всех нахуй. Вас там раненых увидишь. Добивать. Вот так вот значит, да? Ну-ка вставай к стеночке, блядь. Сейчас мы разберемся. Эй, я вас вывез, блядь. Встретил до Бэхи. Да. А если б я был ранен, ты бы меня добил, да, сучара? Ну, тебя-то, конечно, блядь. Слушай, а если мы сделаем тебя раненым? Хуёвая идея. Мы, кстати, Гизму потеряли. Он там остался навечно. Ой, что такое, граната? Гранаты полетели. Он в этом, в Бэхе был? А я не знаю, где он потерялся. На какой стадии? Хуй знает, вы перебегайте дорогу, я орусь, ну, типа, на меня идем, здесь бэх стоит, блядь, бегут куда-то дальше. Едем, блядь, по маршруту, стоит, чувак стоит на дороге, двое, блядь. Мы говорим, прыгай в бэх, мы эвакуируемся. Один залез, один стоит, смотрит на бэх. А с боевой так же слабо? Контузия, Саныч, контузия, блядь. Не надо с боевой. Ну да, что-то их там забирало, блядь, не по-детски. Слабый, детский, неразвитый, это объясняет, блядь, психология. Бэха, прыгай, эвакуируйся, уезжаем, да все, отходим. Да там, Сантыч, ваша бэха чуть кульбит на камнях не сделала. Ну а что делать? Жить хочешь, не так, блядь, через камень перелетишь. Не, там, ну еще надо было подумать, если на вашу бэху, или пешком доедешь. Дайте место с собой здесь. Да нельзя нам. Сидите, отдыхайте. Ну тут эти, вроде на что играет-то вообще? Духи? Бомжит. Талиб. Противник. Ну, боевики. Мне кажется, они просто слабали хуёво. Дали спокойно, блядь, выйти нам. Конечно, конечно. Надо было в первую очередь бегом быстро закрывать вас и всё, блядь. Вы спокойно вышли, блядь, мы вас погрузили. Не знаю, мы... С кем сейчас воюют там, хуй пойми. А там Арн остался. Мы даже противника, сука, не увидели. Я так пару рожков в город пустил. Ну, я тоже так, так для пизды на подавление. А потери-то есть у тебя, нет? Нет. Кого ты геморрой, блядь? Не знаю, может вернемся в город зачищать, блядь, просто вдвоем. Значит, надо какую-то условность, чтобы вы не сразу в город влетали, а там через 10 минут, типа, 15. Чтоб чеченцы успели. Да, да, условности переделать надо. Ари. Похуй, я съебал. Не выиграет. Ко мне, я тебя только. Если хотя бы один раненый будет валяться. Вот прикинь, 100 человек эвакуировал, а 101 раненый где-то в развалинах лежит. Все, миссию не выиграть.
иди сюда. Если его надо будет либо добить, либо что. Они его вылечат и все, блядь. Вот заружен, скажет. Что-то не получается. А? Что вы раненого еще найти придется? Ну да, да. По крику найдут. По крикам найдут, да. Не, ну это нормально, хуй с ним, блядь. Ну, надо... Вас... Вас там попридержать было, блядь. То есть, чтобы вы не сразу рванули к нам. А через какое-то время, чтобы духи подошли, блядь. Щенцы. Ну тогда, да, тогда бой был бы так ближе. Пойдет. А так такое. И что это, получается 2 часа сидеть, пока ребята там да, будут? Да, пока миссия не проходит. Делал еще электронный. Может, парад устроить еще? Под победы, нахуй. Давай, пацаны, может, ну, они, одни ползают вон, блядь, видишь. Это морфин действует. Бекон, я тебя нагоню. Я здесь уже, я тебя не убью. Не, я не такой, я к ним не присоединю. Да не, уровень из гениси такой. Потом поправят условность чуть-чуть, сам вас попридерживаю, будет нормально. Кон. Новая миссия или ставь уже? Ты сильно будешь? Ну, левая вообще. Я гранату где-нибудь в углу под себя кину. Нет, нельзя. Нет, не будет. Нет, не будет. Легкая смерть, не будет, он хотел сказать. Слушай, давай выстрелим. Танки, бэхи, все стреляют. По крайней мере, компас есть, Санта, ёб твою мать, блядь. Да, но рации нету, не укажем. Ну хуй с ним, с рациями в рот. И ДВС-ок нету. ДВС-ок через технику. Тоже хуй с ним, блядь. Компас. Живой. Танчик, да, развлекается там? Да, да. Куда он там стреляет, не понимаю, зачем он стреляет? Я кофе пошел на лёд. Давай, я тоже пойду по СУ. Это бан, это бан. А где план? Где он стоит? Уж по танку просто. Проверим, сколько держит динамическая защита в лоб. Ага. Я ничего не хочу сказать, но может какие-нибудь соревнования по спортивной стрельбе устроят? Здорово. Ну, кстати. Сяду там у стеночки, отойду минут на 10. Ну, да, вопрос, если ты сейчас СГ уже можешь здесь сидеть. Да. Все, у нас СГ закончилось. Эвакуировали, все. А где генерал? Что же он так шумит-то? Что, никак застрелиться, блядь, не может там, что ли, я не понимаю. Открыть у него автомат! Так, где кабан? Кабан! Да. Подойду. Сандыч. Да,
Пойдем постреляем тоже. Все, нас раненые, блять, помощь нужна, помощь. Ой, человек. Ой, человек, ты да? Садика. Я ему уже ничто не поможет. Горена огнем. За спиной. Товарищи, алды, не равном бою, блядь, с чеченцами мы потеряли товарища Гизма. Видимо, ему сейчас голову отрезают там где-то, блядь. Саныч, надо помянуть товарища, блядь. Может отвернуться. А вы откуда? Мы с Рязани, дружище. Так я понимаю, а... Мы-то с Рязани, да? Где вы были сейчас? Откуда мы выжившие десантники, которых надо было эвакуировать. Умри. Они уехали. Что, без потерь? Один боец умер. Умер, все. Без вести пропал. Жив я еще. Бейкер, скорее всего. Закатывайте его уже, все. Бегом сюда, где нас выходит. Триморфия, нет. Пожалуйста. Раненый? Ну медика давай его, блядь, тащи в палатку его, блядь. Я пойду. Готим-нибудь займись. Косе, блядь, тащи его в палатку. Не хочу это играть. Деком, где командир? Сядь. Кто главнокомандующий? Сядь. Вингблейд. Дружище. Да. Ну ты тут главный офицер, строй всех, давай, тут речь какую-то толкай, как начальник, блядь. Да я никакой начальник, я не начальник. Ты офицер, у тебя вон компасы. Ну так, офицер, ну так у меня свои. Кто там, блядь, по улице? Надо толкнуть речь, что мы выжили там, все дела. Если это говно, а не начальник, то это начальник, а не говно. Бля, нормально сказал. Слушай, Корон, ты философ, что ли? Это философские какие-то, да? Нет. Мысли. Жизненные. Ну поднимал четко, бля. Костя. А где господа десантники? Вот, стой. Мы! Где Агнин? А где еще у вас это отделение? МСВшное наше. Что они там его разделывают, что ли, кого-то? Тут все где-то в округе поищем. Все десантники, да? Палач. Одного потеряли там. Куда ушли? На выходе. Все принесли. Не-не-не. Восток, бюро, восток. Пожалуйста, так кого-то разделывают. На связи, Бэк. Блядь, издевается над раненым, блядь. Ребята, смотрю, заняться нечем, думаю, хоть полечим. Морфин уже кололи? Да. Ему 4 морфина вкололи. Можно еще один? О, братан, блядь, все. Он в раю нах. У него это, блядь. Ему похуй на все, блядь, сейчас. Анна с расслабленным, блядь, все, похуй. А что, за нами самолет прилетит какой-нибудь, нет? Танчик сейчас дрифта на радас перед нами, смотри. На разгон пошел. А у кого есть связь командования? Может они прикажут, что у тебя парни гранаты кинули, да и не запустили? 16.30 по приказу был всем эвакуироваться из города.
16.30, если как командиры приказ не дают, 16.35 пехота сама должна была выходить из города своими силами. Да хай нахуй гранаты под себя кидают и закончили. По идее, приказа не было, было 16.35 всем на эвакуацию. Вот протащи, да, ранее. А там вообще, блядь, не держи было, вроде. От земли, да? Там, блядь, не атаку, то не в атаку, то назад, то впереди. Сейчас уже! Ты должен был с нами, да? Да, мы смотрели на часы, блядь, ты уже поздно. Идея, если 16.30, они, может, еще пешком просто бегут. Да у меня... Куда? Нет, 16.30 должен был приказ командиров пойти. У кого нет его рации, не знаешь, там это... Фоксик, оружие за спиной. Да, что тебе? Оружие, блядь. Бэхам надо сейчас лечь, забирать технику. Так а что все свои? А Бэхи стоят здесь, блядь. Да, и мы съездим туда, может, кто-то там бежит пешком, блядь. Вот, везут кого-то, блядь. Кто отступил. Да, ни от того не останется за пределами красной линии. Так, а у кого ДВшка есть? Что, может, блядь, в атаку? А нахуй, вдруг кто-то есть. Так, все нормально. Паренек в конце не набегал, что он тебе бегал. Назад, видишь? Шо ты, блядь? Старший под дефейтер нахуй. Господа, в казах. Старший под дефейтер мелкий, блядь. Упал от жалко, блядь. Давай, давай сотку. Раз, два, раз, два, полтора. Парни, банда в сборе, блядь. Вроде все вышли из этого ада, блядь, из этого города. Мелкий, а ну сядь, это все выжили? Ну сядь, да. Да. Нет, нет, у нас нахуя было. Это регуляры. Кто-то выживших выжили. Прибежала первая пачка и штук 14. Мелкий 14. Что выживших больше получим, да. Я 8 довел до Бэйхи, посадил, и они уехали. Лава монолиту. Виктор, 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 вначале миссии видели, что нас якобы попали, колонна попала в засаду, возле дворца нас разъебали. Дальше все остальные дизайнеры делали нам ленточку, чтобы нас эвакуировать. Потом самим надо было эвакуироваться. В принципе, задача выполнена. Сейчас посмотрим. Я, блядь, я охранял. Ты есть кулач любой, я бы тебе. Вот так, да? Пизди его! Пизди! Пацаны, давайте на колесах, давайте на колесах. Я со стволами, что ли. О, хасмик, слабан. На кого, блядь, полез? Начинается. Выживший за казарму! Он тебе пошел! Так за казарму, любую казарму. На запад, а? Или на восток? Бля, это похоже на свет, уже газовая камера, нас сейчас всех нахуй хуярит, блядь. Под предлогом помыться, блядь, там что-то еще, да? Это городские у меня. Бля, это печка, что ли? Я думал, тумбочка. Это печка. Что, на нее сел, что ли? Сюда выжившие заходят. Мы им сейчас, блядь, не знаем, блядь. Бля, меня выкинуло. Газы! Ребят, позакрывали пиздаки, пожалуйста. Вот это сейчас было грубо. Зато мощно. Ребят, ну что ты за хуйня? Я же попросил нормально. Ну все, молчим.
А тут у меня у стены выжившие получается, да? Который из города. Все. Я нашел один. Я выпустил. Что, Беркут где-то есть? Беркут там нужен. Беркут. А где они, пешком пошли, что ли? Да нет, они где-то аэродром. Вон Пун стоит. Ну, мы слышим, должны быть. Блин, ну не все это. Там еще все это Буллик, Кёнинг. А, не, не Кёнинг, Буллик. Короче, Буллик. С тех фрустрациями здесь, короче. Чё не рубится? Я 18 человек насчитал. Еще это... Так, смотри, условности. Вывести всех живых красных на территории. Из них минимум трое выжившие десантники. В курсе Афрон, что 62 сторона должна быть на аэродроме. Гвардия едет. Допускается два только потерявших за пределами аэродрома бойцов. Гвардия, вы приехали? Хелги, ты живой? Живой такой подстрелянный. Гвардия едет, блядь, помочь? Ребят, нахуй вы фу поднимаете, я читал нужна. Условности. У меня есть другая аптечка, интересует. Какая? Смотри. Что, здесь стоит? Да, здесь. Как себе? Что, сейчас расстреливать? Я тебе тоже могу типа туда. Парни, запустите ядерные ракеты. Ребят, я хотел посчитать выживших, а тут какая-то карта, тут не все. Мне кажется, среди нас будет один, который, смотри, вот. Смотри. Где? Саид. Ребята, вот так. Чисто мага. Понял, его. А сэмпай нормально там? Майн, бай. Так, подожди. Куда он пошел? Он под морем. Да, куда он пошел? Мне кажется, никуда. А вот он. Больше. Кто я? Да? А что я? Предатель? Предатель, да? Гвардия, подъезжайте. Где-то русские корни, блядь. А что, на кого я похож? На Чурабасов. Где Фулман? Фулман. Продай апельсинки. По фронт, если не последний. Дайте пройти. Господи, да выключите за ПМП, ебаная, блядь. Забирай. Я не понял, вы 17-14 потеряли, что ли? Я выполнял 17-14 бэху потеряли, что ли? 117 увидел на выезде, живая была, возле моста стояла. Ну так она медицинская. Вот их надо было в первую очередь оттягивать. Они медицинские. Oh, yeah.